Всем привет! Добрый день! Мы получили заказ с интернет-магазина Т-декор, в котором помимо того, что есть всевозможный текстиль, Т-декор — это интернет-магазин для очень-очень многих фабрик, заводов и пароходов. Там, в общем, там продаются всевозможные даже картины на стену. Настя, этот раз говорю, закажи себе, там картины такие красивые на стену. В общем, даже вот канцелярия всевозможная. Там для детей коляски. В общем, очень много. И помимо этого, стали еще продавать они еду. Да. Вот мы сейчас посмотрим маленькую толику из того, что там есть. Сушеная манго. Сушеная манго. В первую очередь у нас, по-моему, съедается, да? Это дети очень любят. О, это тоже очень-очень вкусное. Вы это все можете там заказать. Опа, опа, опа. Это что, конфеты? Помнишь, мы это? Нет, это аккуратно. Типа морских камушек что-то. Аккуратно, они сейчас высыпали. Это, скорее всего, приправа порвала вот так туда-сюда ездила, когда. Как ММДМС. Сахарные сердечки написали. А в чем внутри? Шоколад. Да? А ну как ММДМС. А ну и какое красивое. Да, вроде видите. Могут заказывать вот это вот все там дешево для магазинов, у кого маленькие ларечки. А это что? Это тоже сушеный ананас, наверное, какой-нибудь там. Не написано? Так, что же это такое может быть? Как вы думаете? А? Как будто как банан. Что? А нет, да. Это, скорее всего, ананас. Точно. Посмотрите, сушеный. Половина кругляшка вот видать. Да, сушеный ананас. Приправа. Да, я Насте говорю, Настенька, бери, будешь готовить. Она маму не скоро самой пришлют. Хотя она взяла. Блюдки, да. Угу. Я нашим родственникам. Натуральный чай. О. Набор для курицы. Чай нам, правда, в первый раз присылают. Смотрите, как красиво оформлено. Тут насыпано, а тут вот цветочки так сделаны. Прям так красиво. Вот набор для мяса, для плова. Вот Настя, говорю, используй, будет красивый плов. Это что? Я шью в шоколаде. Угу. Это орешки. Когда я кишлю, это такие орешки. Азерчай. Ой, очень вкусно. Азерчай у нас, кстати, он уже давно закончился. Это что? Это у нас персик вяленый. Классно. Персик вяленый. Вкуснота, красота. Чё, Тома? Услыхала шорох. И что тут, вкуснятину открывают? Грецкий орех. Сразу прибежала. Ой, грецкий орех. Девчонки, испеките торт с грецким орехом. Это? А? Помните, мы такую штучку вкуснятину делали на этой мясорубке? А, с витаминов типа? Да. Точно. Грецкий орех, чернослив, и персик, что-то вы там еще добавляли. А, ну что давайте. Давайте сделаем. Точно, точно. Как раз осень. Вот там. Сушеная маракуйя. Сзади написано. Угу. Как будто, кажется, не сушеное, наверное, как вяленое такое что-то. Маракуйя. Привозили нам как-то. Опасненько. Офигеть. Халва. А, это халва даже? Пошмак. Ой. Хлоп. Я помню, раньше производили очень-очень вкусный щербет. Вот я уже 100 лет хороший щербет не ела. Тома уже что-то ест. Это я ела. Да халва. Первый раз какое-то было. Да. Она написана как-то типа по-арабски. Какая-то арабская вязь. Да. Пошмак написано, халва. Топочка. Хлопковая конфета с фисташками. Ничего себе. Мы такое даже никогда не пробовали. Ну-ка, это тоже халва. Тоже манго. Ой, дольки в шоколаде. Ой, точно, девчонки похожи на вкуснятину, прямо бегут, руки мыть шоколад. Сначала. Да, тоже я прям постоянно ела. Руки мыть тоже. Давай руки помыть. Как красиво все оформлено. Она такая мягкая. Это оно какой-то настоящий османский вкус. Надо будет попробовать. Круто.
дольки в шоколаде. О, я люблю вообще. На, Томочка, на, иди, руки мой. Угу. Так. Ой, дольки фруктовые. Мы сейчас, девчонки, все покушали. Да. Мы сейчас же нальем чай и будем наслаждаться этой вкуснятиной. Мармелад Балтика. Пастила. Какая красота. Пастила. И оформлено все как красиво. Вот так вот можно оставить все на Новый год, упаковать, кому-то подарить, какая будет. Очень хороший, вкусный подарок, фисташки. Такой интересный. Ой, фисташки у нас сразу улетают. Да, сразу, да, да. Сразу. Неочищенный соленый тушеный апельсин. Смотрите, как он оформлен. В коробочку. И тут еще вот так вот открывается. Класс. Давай, давай посмотрим, так, что здесь. И вот здесь вот что-то... Масло. Да, скорее всего, масло. Угу. Очки запотели, Сань? Нет? Я, кстати, очень сильно обожаю вот эти вот мармеладные дольки. Прям быстро съедают. Какая вкусная, прикусная. У нас нынче посылочка к нам пришла. Вкусная? Что ты будешь в первую очередь кушать? Я хочу колбу попробовать. Я тоже хочу, но особенно вот это. А потому что она вот вообще какая-то необычная. Первый раз. Миша, папочка, помой ему руки, пожалуйста. Открыла ли? Да. Пока дождя нет, гуляли девчонки с папой. Прям такой, кажется, что кристаллик. Это как гранатовый соус. Между прочим, это можно... Гранатовый соус? Класс. А для чего? Я помню, гранатовый сироп был раньше. Я постоянно, ну, когда у меня диабета не было, я была как Алина возрастом, 15-17 лет. И мы с папкой ходили в кафе, и там всегда брала мороженое, которое вот так вот черпают на тарелочку, и гранатовым сиропом всегда поливала. Применяется как приправа к мясным и рыбным блюдам. Это не то. Но все равно. Все, мы сейчас пойдем пробовать и скажем... Как это все на вкус? У нас целое пиршество. Смотрите, он может что-нибудь как дернуть, и все разольется. Он же маленький. Попробуешь? Думаю, что? Ну что? Хочу такое. Это халва. И чего сделано? Какие-то нитки. Как это? Как матом. Да? Да, Я хочу вату. Это тоже халва. Но это то же самое. Будешь? Да. Не рвать. Там не только цвета. Алина. Не фисташка. Женя, ты что тут дергаешь? Алина, это такая же, да? Сядь на место, да, это такая же. Вкусно, Дарин? Я не пробовала ни разу такое. Когда сахар растворяется, когда пьешь вдруг сахар. Да как, нет, как только... вата, да? Такого да. Же цвет. Только упакована. Она ешь. Только аккуратно ешь. Девчонки только следят маленькие. А вы чего ничего не берете, дочери? Будете вот эти вот пробовать? Ну, конечно, можно. Но... Ешьте. Саша не хочет почему-то. Это я люблю. Синка. Ананас. Ананас. Ну вот это вот вообще сразу съедается. Без красителей, без амортизаторов. Смотрите, какой он воспитанный ребенок. Сидит спокойненько. Миха. Да, Женя, воспитанный какой? Нет, Мише не надо давать. Сама ешь, он вдруг подавится. Ты же попробуешь? А что ты не хочешь? Маленький-маленький кусочек дать. Он к зубам прилип. Угу. Ешь потихоньку. Дома, смотрите, чтобы он не схватил. Ешь потихоньку. Хватай. Все, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Еще раз повторю ссылку. Интернет-магазин, где продаются все эти вкусняшки.
я вам оставлю под видео, а также там вы можете участвовать в распродаже. Единственный магазин, где есть распродажа. Жень, как ты так ешь? Вот. Доставка по России во все уголки любыми доступными средствами, какими вы хотите. Все. Молодец, сушку хранила. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока.